Так, ну вот наша коровка готова, в общем-то, да? Давайте мы пойдем в шейдинг сейчас. Возьмем нашу коровку. Вот она. Так, и скажем, что нам нужен новый материал, и он будет белый. Так, может быть, чуть-чуть серова он будет. Вот такой, чтобы он отличался от белого фона потом. Так, хорошо. И сейчас сделаем руки этого цвета. Вот елки. Материал 01. Само тельце. Материал 01. Надо тело. Тело. Так. Ухи. Тело. Ножки. Тело. Так. Хвост. Ага. Хвост тоже тело. Понятно. Так, все. Теперь возьмем нос. Сделаем новое. И скажем такое что-нибудь розовенькое такое. Вот такое. Я думаю, как раз хороший цвет такой. Вот такое. Да? И вот эти две тоже будут вот такого цвета. Так. Следующее мы возьмем еще один. Назовем его копыта. 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 И сделаем их. Так, подождите. Где копыта? Так, он должен у нас быть коричневый. Ну, не такой уж коричневый, вот где-то вот такой, да? Хорошо. Так, это мы перекрасим в нос. Так, копыта в копыта. Так, хорошо. И глаза сделаем новые, сделаем черные. Черные сделаем их блестящие. Вниз уберем. Пуговки такие сделаем. Все. Вот такая у нас коробка. Еще вот это у нас еще новое. Мы сделаем их желтоватые такие. Ну-ка. Вот такие. Да. Все хорошо. Хорошая коробка. Так, единственное, что у нас еще есть с вами проблемка небольшая, не то что проблемка, но скульптинг, моделинг. Так, мы вот с вами пойдем сюда и добавим здесь еще один материал и назовем его хвост. Хе-хе-хе. Ну вот так, хвост. Да? Так. Хвост назвали его, и он будет у нас тоже такой вот коричневый. Вот такой, допустим, да? Так, теперь мы пойдем в Edit Mode. Вернее, Edit Mode. Теперь в Edit Mode. И выберем вот это вот все безобразие. Так, Edit Mode. Так, возьмем цикл, select, так, и смотрим здесь, ну, вроде бы как все, чуть-чуть еще вот тут. И скажем decision. И посмотрим, что получилось. О! Почему он не покрасился? Подождите. Назад.
я ж покрасил его так. Подождите, какое тело? Хвост. Вот, сейчас, сейчас. Что это за безобразие такое? Вот. Хвост. Вот он хвост, я говорю. Покрасить его вот в этим хвостовой цвет. А он покрасил все. Так, тут что-то не так я сделал, ребята. Назад. Вот белый, да? Белый у нас. Это у нас... мы неправильно материал взяли. Этот уберем сейчас отсюда. Минус. Он говорит, что в объект модель можно только удалить. Вот так удалили. Теперь мы возьмем белый материал, вот этот. Это не тот, да? Нет, белый. А, тело. Нам надо взять тело, ребят. Вот, тело. И в нем уже... Стоп. Неправильно поступили. И в нем создать уже новый материал. Допустим, вот такой. Кисточка, скажем так. Кисточка. Кисточка. Так. Кисточка. И поставим ему красочку вот такую, вот такую вот, вот такую кисточку, да. Окей. И теперь вот можно теперь зайти в Edit Mode. Выбрать это дело все. А не нужно убрать. Поближе. Должно сработать. Вот мы теперь выделили, да? И мы говорим, вот эта кисточка, вот это сижен. Вот, все. Теперь будет прекрасненько. Ну-ка, глянем. Угу. Пожалуйста. Вот. Единственное, нам надо черные пятнышки посадить, но я пока это не умею, ребят, честно. Я пока это не умею, поэтому я пробовал сегодня целый день, так и не получилось. Поэтому пока оставим ее так. Угу. Эту коровку. Я в фотошопе немножко дорисую. И будет у нас пеструшка. Хорошо. Потом научусь и вам покажу, как это делать. Так, а теперь нам надо подгрузить сюда кубик. Что у нас тут делается? Так, вот он пришел, этот кубик. Давайте мы его сейчас опустим корову сначала. GPZ. Видим, что коровка большая. Или нет? Или нормально? Так, ну-ка, подвинем сбоку теперь. Тан-дан-дан-дан-дан. Д. И вот так. Вот так поставим. Так. Даже немножко можно развернуть, ротейшн сделать. Вот так. И снова чуть опустить. Вот так. Все, теперь хорошо. Или не на месте, корова на месте. Не знаю. Можно попробовать, конечно. Мне кажется, оно было нормально. Назад. Пускай такая будет. Так, и нам теперь нужна буква С. Так, мы сделаем следующее. Мы пойдем в букву С.
Нам нужны буковки. Где у нас буквы? Текст. Вот она, текст. Да? Поднимаем наверх. Разворачиваем на оси х 90 градусов. Так. Идем в edit моде. Убираем это. Говорим, что нам нужна буква. Нет. К нам нужна. Вот такая. Нам нужна C. Q. Так. И, естественно, объект мод. Теперь мы ее сделаем побольше, естественно. Вот так. Примерим сейчас. Ну, во-первых, сначала экструд. Экструд. А, ну да. Edit мод. А, нет. Это нам не надо. Экструд. Подождите. Мы должны сказать, что мы согласны с этой буквой S. Так, стержень. Получится так. Выбрать ее. Вот объект мод. А. Где она у нас? А. Вот она у нас. А. И здесь мы можем ее управлять. Во-первых, фонд поменять. Фонд у нас с вами вот этот. Где он? Тарелка потерял. Он же был тут рядышком. Такой, знаете ли, симпатичный, в общем-то. Куда он делся? А, вот он. Надо запомнить. Вот этот. Вот. Тест теперь выбрался, да? Хотя он не очень красивый, этот тест, да? Точно этот. Сейчас посмотрим. Вообще-то какие там были фонтаны, теперь я не узнаю. Ну, записывать, зараза. Так, вот он вот такой был. Потому что если я сейчас возьму, скажу, что нам нужна буква А. А, вот в чем дело еще. Не надо за главную букву сказать. С. Q. О! А то это черти что получается. Я же чувствую, что что-то не то. Q. Вот так. Так, хорошо. Что тут делает этот? Далее. Ну, должен быть геометрия, должен быть экструд. Вот. Вот такой вот экструд 0,7. Все правильно. 0,7 экструд у нас. И, по-моему, больше ничего не надо. Объект мод.
Как его превратить? Я забыл, ребята, как его превратить теперь в фонд. Теперь, чтобы он... Ой, какой здоровый, нет. Геометрии. Строк меньше должен быть. Вот там где-то. Окей. Все. Теперь берем этот самый букву С. Тащим ее вот сюда, уменьшаем, так, так, смотрим сверху, спереди, действительно спереди надо смотреть, так, да не, это мне надо, господи, вот. Так. Давайте я пока сделаю черный, чтобы видно было в конце концов. Так. G. Вот она встала так, да? И теперь прилепилась, она должна прилепиться вот сюда по Y. Тын-дын-дын. Смотрим, да. Далее мы ее дублируем. И тащим сюда по Y. Смотрим. Понимаем, что нам надо ее развернуть. Rotation по оси Z. Тун-тун-тун-тун-тун. А неправильно оно. Потому что объект set origin по геометрии. Вот теперь он будет правильно вращаться. R, S и 180. 180. Вот так. Медали. Так. Ну, теперь вот это можно удалить. И... А, ну он там удалился. Теперь мы возьмем вот так. А, нет, этот вот немножечко подвинем. Сначала этот подвинем маленько. G, D, по Y. Есть. Так, и теперь эти две мы говорим Shift D. Далее говорим Rotation по Z 180. Что, не получилось? Не, да, ну понятно почему. Потому что у нее должен быть Rotation на месте. Вот эти две мы сейчас скажем, ребята, Shift J, как хотите, Shift J, но текст. Так, так, Shift D и разворачиваем по оси Z на 180. А, забыл я, что мне надо убрать. Так, ребят, подождите, сначала надо ее превратить в эти, ну, в как ее, что это на самом деле... Фонд. Объект фонд. Сейчас вспомню. И вам расскажу. Фу ты, совсем из ума выжил. Так, конверт у меш. Это тоже конверт у меш. Вот. Вот теперь они
Вот эти два могут соединиться. Ctrl-Z. Есть. Скажем, у них будет Z-Origin по 3D-курсору. И теперь мы можем спокойно Rotation SC180. Оп. Что, не получилось? Ладно, вручную. Надо было 90 делать. 90. Так, Rotation Z90. Вот. SSSC. Корова. Так, давайте подумаем теперь, какого цвета сделаем. Давайте, ну, корова зелененькая вообще бывает, да? Так. У нее должно быть зеленое все. И создадим новый материал. Скажем так, будет зелененький. Вот такой зелененький, да? Хорошо. И теперь здесь тоже, где у нас там материал зелененький, стал вот он, материал зелененький. И выделим вот это. Собак, не ори, еще рано. Уже запросился. Так, ну, что он зеленый, это однозначно. Я вот думаю вот про это сейчас. Может быть, наклонить немножко мне голову. Так, сейчас давайте посмотрим. А то он как-то, ну, слишком уж такой явный обормот. Так, что там, камера высветилась? Так, камеру тоже берем. Давайте попробуем сбоку, посмотрим. И rotation вот так вот, это совсем другое, это прям задрал глаза, непонятно куда. Вот так. Ну а потом рендеринг, вы уже знаете все это с рендерингом, да, каждый раз делаем рендеринг. Пора бы научиться. Так, единственное, рога. Где у меня тут желтый-то был? Рога-то. О, а у меня нету тут рогов. Здравствуйте, пирогов. Нет, не розовый нам надо. Нам надо скопировать этот и сказать, что желтенькие. Вот такие рога будут у нас. Может быть, чуть коричневенькие. Вот так. Вот. Как же научиться текстурировать, чтобы не мучиться в фотошопе? С каждым движением должен ему рисовать эти. Белая корова — это неправильно. Это альбинос какой-то. Так, и вот я думаю, что, может быть, нос у него должен быть немножко блестящий. Так, спикуляр и ровис уберем. Нос. Может быть, копыта тоже. Так, и здесь чуть-чуть ровно соберем. Вот так. А здесь зелено у нас что? Тут все нормально. То есть не могу вас научить текстурирование пока. Ну, мы к этому подойдем. Я сегодня мучился, наверное, найду хороший какой-то. Пока не понял я там до конца, как это делается. Ну, близок к этому. Поэтому, дорогие друзья, всего доброго. Пока.